В высшей лиге чемпионата Беларуси по хоккею состоялись очередные поединки. Оба представителя нашего региона одержали победы. Жлобинский «Металлург-2» на домашнем льду дважды был сильнее новополоцкого «Химика-2» 6-4 и 8-1. Дубль Гомеля также праздновал две виктории, однако стопроцентный очковый урожай собрать не удалось. Одной из двух встреч против Бреста 2 рысям удалось завершить в свою пользу только в дополнительное время. Сейчас «Гомель-2» возглавляет турнирную таблицу «Металлург» на 7-й позиции.